Всем привет! Вы смотрите Телегид. Я Анна Троян. Сейчас расскажу, как провести время вместе с нашим каналом. В ближайшие дни мы продолжим узнавать особенности бальзаковского возраста и познакомимся с героинями нового сериала. Подробности ловите прямо сейчас. Начиная с этой недели, преступлениями на нашем канале займется целый квартет обаятельных адвокатесс. Серьезными девушками познакомимся по будням. Главные героини детективного сериала – хрупкие, но очень мудрые особы. Их объединяет работа в одной юридической компании. У них разный опыт, характер и личные стремления. Самая старшая из них до сих пор пользуется печатной машинкой, самая молодая в коллективе. Прошла путь от курьера до следователя. В общем, будет интересно. За работой богинь справедливости и порядка смотрим с понедельника по пятницу в 13:00 и 19:45. Да тут же список составлен так, что когда соберешь последнюю справку и заверишь ее у нотариуса, действие первое заканчивается, и надо бежать и делать все по новой. Вот в этом-то и заключается афера. Ищенко за какие-нибудь $300 предлагал посодействовать в переводе и заверении этих самых справок нотариально. О, а в четверг, мои друзья, у вас побегут мурашки по коже. Одна из последних экранизаций знаменитого романа «Вий» взбудоражит ваше сознание. Оказывается, что эта история вполне может быть современной. Айван – журналист с легким характером, который отправляется на весьма странное редакционное задание. Едет в какой-то глухой городок исследовать загадочные явления. Но по дороге он сбивается с пути. Время позднее, молодой человек остается ночевать в чужом доме. А ровно в полночь к нему на огонек заглядывает симпатичная девушка. Что принесла с собой женщина, узнаем 22 марта в 21:45. Вы слышали, что я сказал? Я не священник! Я журналист! Я репортер! Я не знаю, как отливать мертвых! А завершим рабочие будни с историей, основанной на реальных событиях в компании находчивых ребят. Трое друзей занимаются воровством денег с чужих кредитных карт. В этом им помогает однокурсница, сотрудник крупного банка. Все идет как по маслу, пока очередным клиентом не оказывается бухгалтер влиятельного мафиозного клана. Разъяренная жертва требует откупа в размере 2 миллиона фунтов, причем собрать эту сумму нужно в течение 2 недель. Незадачливым воришкам придется изрядно попотеть, чтобы достать деньги и избежать серьезных неприятностей. Получится ли у них это, увидим в пятницу в 21:45. Купились вроде. Главное, не спеши. На мгновение... Я подумал, нас обокрали. Возможно, неделя была трудной, и времени посмотреть новости городского округа Люберцы у вас просто не нашлось. В выходные наш телеканал предлагает программу «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут самые интересные репортажи минувших 7 дней. Смотрите в субботу и воскресенье в 10:00 и 19:30. Давай, давай. А еще в этот уикенд собирайте чемоданы. Вас ждет незабываемое путешествие в параллельные миры. Очень давно две планеты притянулись друг к другу. На верхней царит богатство и благоденствие, вторая же не отличается своей привлекательностью. В эпицентре событий оказываются богатая девушка из верхнего мира и простой парень с нижней планеты. Любовь, возникшая между ними, осложняется многими обстоятельствами, а еще от их союза зависит судьба двух миров. Как закрутится эта история, смотрите в выходные в 20:30. Без необходимости вступать в контакт со служащими из верхнего мира запрещено. Занимайтесь своим делом, и проблем не будет. И еще...
Правила у нас очень суровые. Вы будете работать с материалами из верхнего мира. Это значит, что на выходе с территории вас каждый раз будут тщательно обыскивать и взвешивать. А в воскресенье, мои друзья, отдохнем вместе со скорометной семейкой Джонсов. Идеальная семья приезжает в небольшой городок и сразу становится любимчиками всех соседей. Есть только одно «но» – Джонсы – не настоящая семья. Зато настоящая реклама продукции отличного качества путем подражания образцовым людям. Скоро выясняется, что даже в придуманной семье могут быть самые житейские проблемы. Все подробности в воскресенье в 21:30 не пропустите. А я своих мышц давно не тянул. Да? Да. Знаешь, как я поддерживаю Огонек в отношениях? Слушаешь хорошо? Да нет. Нет-нет, просто никогда не верю, что она моя. Стараюсь удивлять. Без конца делаю подарки. На этом наш выпуск подошел к концу. Полный обзор программы и фильмов нашего телеканала ищите на сайте www.lrt.tv. Там много интересного. Также подписывайтесь на ЛРТ в соцсетях и будьте в курсе самых актуальных событий округа. Я, Анна Троян, желаю вам весенних лучей солнца и поскорее оттаять. Пока-пока!